Около 2,5 миллиона человек в настоящее время находятся в Киеве. Это почти 2/3 количества до военного времени. Об этом во время телемарафона сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он пояснил, что количество людей подсчитывается с помощью операторов мобильной связи. Отмечу, при этом возвращаться в освобожденные населенные пункты в Киевской области пока не рекомендуют. Чем живет украинская столица сегодня? Об этом репортаж нашего корреспондента Аида Кадырбай. Тяжелый вооруженный конфликт продолжается в центральной, северной и восточной Украине. По данным ООН, за границу бежали больше 7 миллионов украинцев. Сегодня Киев уже не город-призрак, как это было 2 месяца назад. Количество прибывающих в столицу граждан растет. По словам мэра Виталия Кличко, каждый день домой возвращаются 50 тысяч человек, несмотря на опасения по поводу безопасности. Потому что здесь корни, здесь работа, здесь жизнь, здесь все. А там мы нигде никому не нужны, но здесь мы нужнее, чем там. Заголовок так, за остальные месяцы. За последний месяц стало намного спокойнее. Я не знаю, с чем это связано, но это факт. И меньше воздушной тревоги. Почему возвращаются в Киев? Да. Потому что нужно продолжать жить. Не страшно, когда тревога? Страшно. Почему нет? Страшно. Но если мы не продолжим жить, то значит они победили. А если мы продолжаем жить, значит мы победили. Стало, мне кажется, более безопасно. Отстрелов стало меньше. Люди успокоились и начали возвращаться. На въезде в город усилены меры безопасности. На вокзале жителей встречает серьезная комплексная система наблюдения. Она включает металлоискатели, рамки, рентгенотелевизионные интероскопы. Из-за долгой процедуры проверки жителей просят приезжать на вокзал заблаговременно. Несмотря на строгие проверки на вокзале, в городе почти нет блокпостов. Еще месяц назад они стояли почти на каждой большой улице. Как видно, город постепенно возвращается к нормальной жизни. Открытые рестораны, кафе и торговые центры. Киевляне тем временем продолжают вступать в территориальную оборону города. Записаться в нее можно, обратившись в военкомат или позвонив на горячую линию. На нее, согласно данным профильного ведомства, ежедневно обращаются более 200 человек. Желающих вступить много, но специалисты отмечают, для этого нужно пройти серьезную подготовку. Метро в Киеве продолжает работать в режиме перевозок пассажиров, но при этом остается